В Хабаровске сильно студенческое движение, из года в год оно растет. В 2018 году летом трудились на благо города и края около 1300 студентов, в этом уже 1500. Итоги их работ подвели в администрации. Кто и как поблагодарил участников одного из самых больших движений в стране, расскажет Павел Игошин. За все годы, цифры это известные, 19 миллионов человек принял участие в студенческом движении. С 60-летием движения студенческие отряды Владимир Путин поздравил одним из первых, поблагодарил парней и девушек за труд на благо Родины. Затем волна поздравлений прокатилась по разным городам. В Хабаровске активную молодежь в бойцовках пригласили на торжественный прием мэра. Сергей Кравчук вручил представителям отрядов благодарственные письма. В этом году в студенческих отрядах работали 1534 человека из Хабаровска. Проявляли себя на стройках, в отряде «Путина». Также трудились на железной дороге проводниками, соцработниками и вожатыми. Их старания оценили работодатели. В прошлом году студент в отряде зарабатывал около 20 тысяч рублей. В этом году уже 27 тысяч рублей. Ведь работодатель видит пользу студенческих отрядов и видит пользу студентов. Поэтому зарплата увеличилась практически на 7 тысяч рублей. Это важное направление, мы его развиваем, помогаем студенческим отрядам. В честь 60-летия движения студенческих отрядов в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» сами студенты устроили концерт для себя и всех приглашенных. Павел Игошин, Николай Трохин, «Смотри Хабаровск».